Так. Ой, я все это хочу скушать. Адишка, ты что, голодная, что ли? Кто не накормил ребенка? Не, да вроде кормили. О, вы, значит, ищете. Ладно, так, я сначала покажу друзьям, что здесь есть бабка. Реально, вот ее крутой папа спрятал. А теперь я прячусь от папы и дочки, и они меня точно не найдут. Потому что я знаю, что козырные места... Найдем. Исследуем как раз весь дом. Закройся. Ты толстый. Ой. Ну нас что, поймали уже? Я живой. Вы живы? А я нет. Я в тюрьме, ребята. Надо было нам еще покушать. Всем отличного настроения, друзья! С вами Котенок Лайк и мои друзья Папа и Дочки. И сегодня мы играем в прятки на карте бабушки Гренни. Как настроение у вас, друзья? Привет, отличное настроение. Привет. Знаешь, Аришка очень сильно хотела с тобой поиграть. Говорит, когда мы с Котенком Лайком встретимся? Мне это приятно, да, мы с вами уже записывали карту, это было весело. Поэтому, ребят, заходите на канал Папа и Дочки. Гренни! Давайте все на Гренни, быстрее, все на бабулю. Да, мы, кстати, будем... Ребята, все, кто придет от Котенка Лайка и напишет, что вы пришли от Котенка Лайка, мы вам поставим сердечко на ваш комментарий. Воу, это прям царский подарок. Да, теперь посмотрим, кто будет сейчас, давай. Давай, так, я надеюсь, что будет все-таки. Ты расскажешь, какие тут режимы есть теперь пряток, какие режимы есть? Ну вот подскажите, потому что я не знаю, честно говоря, все эти режимы. В общем, есть три режима. Один, когда один ищет, два ищут, и инфекция, когда надо всех заразить. И сегодня вот два будет воды. Давай мы с тобой будем воды, а? Ну, было бы здорово, конечно. Ну, не знаю, повезет ли нам. Папа, Дочки и Котенок Лайк. Папа, Дочки и Котенок Лайк. Лучшие воды. Так, тут же пэтов можно. О, все, я... О-оу. Ну, в общем, ребята, так, Котенок Лайк прячется, Папа, Дочки, Котенка Лайка ищут. О, вы, значит, ищете. Ладно, так, я сначала покажу друзьям, что здесь есть бабка. Реально, вот ее крутой папа спрятал. Хорошо. А теперь я прячусь от папы и дочки, и они меня точно не найдут. Потому что я знаю, что козырные места... Найдем. Исследуем как раз весь дом. Потому что мы ищем не одни. С нами ищет крутой папа. Крутой папа. Ну, клон крутого папы. Так, подождите, я знал крутые места, но не могу их найти. А, вот они. Дверь открылась, всем привет. Тут торчит голова девочки из стены. Это немножко странновато. То, что он не может собирать денежки. Кто? Вода. Не может, да? Да. Шкафчик посмотрели, ванну посмотрели. Мы, в общем, вас ищем. Давайте, удачки. Так, это здесь мы были. Ящики раскидал. Так, а где же? Котенок Лайк, может, в этом шкафчике? Нет. Ну что у вас там, друзья, никак не найдете? Пока нет. Сейчас я посижу за вами. Мы вот в нычку зашли, в нычке тебя тоже нет. Заходим в еще одну нычку. Тебя и здесь нету. Так, где же Котенок Лайк спрятался? Я вам дам подсказку, я не в доме. Не в доме, отлично, ребята. Да. Бежим на улицу. Спасибочки. Давайте. Мы тебя с легкостью найдем. Ага. По-моему, крутой папа меня нашел. А нет, смотрите, наверх на дом посмотрите, на крышу. Ага, так, отлично. А, вы знаете, как сюда залезть, что ли? А у нас же супер прыжок есть. А где ты? Котенок Лайк, привет. Не ловите, сейчас прикол покажу. Давайте. Сейчас, можно. Ты зачем? Я же стоял, ты сам в меня врезался. Я же просто стоял, ты зачем меня пнул? Я хотел в колодец залезть. Ничего страшного. Так, сколько у вас там еще осталось-то? 138 секунд. Да, и двое ребят, которых надо найти. Где же они прячутся?
Наверное, в колодце. Нет, или там как? Никого нет, я проверил. А я, кстати, даже не могу дать подсказку, я не знаю, где они. Так, есть, девочку одну поймал, девочку я поймал. Еще один человек у вас остался. А, на крыше, я видел. На крыше. На крыше? Да, крутой папа там бегает. Мы победили, ура! Ура! Ну, кстати, ребята, мы специально не хотели поймать котенка Лайка, побегать вместе, но так получилось, он сам нас поймал. Какую карту выбирать, Лайк, котенок? Гренни опять, давайте. Давайте еще разок Гренни, да. Давай, может, я все-таки стану водой. Бабушка Гренни. А теперь смотрим, какая будет система. Кто будет? Один вода, два воды или инфекция? Интересно, интересно. Хоть бы инфекция, это реально самый прикольный режим. Давай будем тормозить. Стой! Нет, проехала, проехала. Сейчас я зубами цеплюсь, нет. Стой, стой. Опять два воды. Ну что же это такое? Папа, дочки и котенок Лайк. Давайте. Или наоборот, котенок Лайк будет сейчас всех ловить. Давайте. Папа, дочки и котенок Лайк. Папа, дочки и котенок Лайк. Папа, дочки и котенок Лайк. Веселая песенка. Да. Так, загружаемся. Опять вы воды? Нет. Я не вода. Я иду за котенком Лайком, ребята. Я боюсь, тут может быть бабка Гренни. Я иду за котенком Лайком. Но я... Где ты? Куда ты пошел? Не знаю, нычек на самом деле здесь. Ты наверх, да, пошел? Я за тобой. Я хочу паучка посмотреть. Паучка. Все, идем, посмотрим тоже. Его можно толкать. Да ладно. Отлично. Кого? Котенка Лайка? Не, паука. Интересная. Смотри, какая нычка, сюда. Отлично, я тебя выдал. Давайте, все, и вообще никто не найдет. Нет, слушай, в тесноте да не в обиде, да? Да, вот если бы кто-то еще на нас не залез, было бы засчетно. Пап, из-за твоей шляпы, твоя шляпа, она мешает. Ну зачем вы все сюда встали? Ладно, я пойду, выйду куда-нибудь рядышком, встану, вот сюда вот. Не, как бы мы с вами вообще шикарно залезли. Закройся. Она не закрывается. Ты толстый. Ой, ой, ой. Нас что, поймали уже? Не, все равно это было весело. Жалко, конечно, нас поймали, но ничего страшного. А вы где? Ну, бывает неожиданности. Ну что, друзья, сейчас мы пойдем грабить дом соседа и дом Балди. Это будет весело и клево. Погнали, друзья. Поехали. Хей-хей, ребятки, смотрите, мы в тюряжечке сидим с папой и дочками. И как мы сюда попали, вы спросите. А, естественно, нас арестовали. Нас арестовали тогда, когда мы грабили одного человечка. Кстати, это можно посмотреть на нашем канале. Котенок Лайк, куда пойдем? Кого грабанем? Пойдемте грабанем соседушку усатого, волосатого. Нет соседа! Я за тобой бегу. Все, пойдемте. Так. И вот он, дом соседа, он совсем рядом. Здесь его тачка. Пока он нас не трогает, мы еще ничего не брали. Можно спокойно с ним поздороваться. Я, кстати, знаю, что у него здесь есть секретные вещи, которые... Где? В шкафах светящиеся секретные вещи. И что это дает? Это дает очень много денежек, на которых да я куплю много еды. Да ты что, а где еще? Покажи еще. А вот здесь еще, в каждом шкафчике, короче. Все, меня снова арестовали. Котенка Лайка поймали, я видел это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы тебя ждем или нам к тебе идти? Не, я к вам прибегу здесь, в принципе, в соседний дом. Хорошо. Так, ваш крюк торчит из стены. Это не наш. Это не ваш? Мы в кладовке, да, мы в кладовке. Похож на ваш. Ничего себе. Сколько здесь пиратов. Да тут у кого-то есть крюки, а у кого-то нету. Да. Вот привет, привет, Лайк. Привет, да, друзья. Да. Так, а что здесь прикольное можно еще своровать? Я, честно говоря, особо не знаю. Пошли на второй этаж в ванну, попробуем вдвоем вылезти. Сосед, аккуратно. Да, я спрятался. Фух, я за ним иду, по пятам. Ванную? Так. Ты идешь наверх? Да, я уже наверху, и какие-то коробки, которые тоже можно воровать, но как можно продать кусок картона, я не понимаю.
Да там просто какие-нибудь носки лежат в коробке или еще что-нибудь. Ну, тут... Или мороженки, пироженки. Ты вот сюда заходил, да, в эту штуку? Да, здесь секретная комната и ключ. Который можно ключ открывать. Ключ, отлично. А где ванная? Угу, может быть он... Походу кто-то до нас уже ее вынес. Ну что-то как-то это, чужой ванной-то пользоваться не гигиенично. Ну, а на металл сдать можно. Ну, в принципе, да. Тогда это логично. Окей, коробка. Еще ключ. Я могу сказать. Так, отлично. Я тоже что-то стащил. По идее, у соседа самое ценное — это ключи. Конечно же. И за них больше денег дают? Не, ну, я не знаю. У него будет грязно в доме. Что? Ты где? Я тут сзади, я что-то это... Запутался, здесь был сосед, и я испугался. Так, окей, вы уже набрали полный этот рюкзак свой? Нет, у нас еще есть место, можно еще что-нибудь ограбить. Ага, у меня пока тоже. А у тебя? А у меня привет, еще... сосед, аккуратно. Нет, стойте. Вот здесь его, вот здесь он сюда не может заходить. Хорошо. Так, он туда не хочет заходить, лень ему туда заходить. Воровать уже особо нечего, книги только. Книжки, да, осталось только стащить, все. Все про все, чтобы читать было не скучно. Наоборот, чтоб привет соседу было скучно. Так, но я набрал полную свою цветную сумочку. Подожди, здесь нет. Да что происходит? Ну вот, он опять свои все вещи. А вас поймали? Котенка Лайк. Нет, я потому что знал, что он там придет и это... В сторону ушел. Хотел тебя предупредить, но не успел. Так, ну что ж, давайте тогда сдавайте вещички награбленные и пойдемте сходим к Балде. Все, пошли, я готов. Балдюхи. Балдюхи. Все, я уже рядом с тобой. Балдюхи. Ох, этот Балди. Хитрый учитель. Еще дневники мы не забудем стащить, чтобы поставить всем пятерки с плюсами. Здравствуйте, хорошо. Мистер Балди. Такой клёвый, мне так нравится. Два мистера Балди. Мне кажется, он всё-таки добрый в душе, на самом деле. Он добрый? Мне кажется, да, где-то глубоко в душе, да. Он вот так. Он улыбается. Балди улыбается, да? Да. Особенно, когда кого-нибудь поймает и линейкой постучит. Да. Вот я сейчас на парке, он сможет меня арестовать? Осторожно. Да ладно, я думал, меня не может арестовать. Вот видишь, он улыбается. Да что такое? Котенок Лайк, ты почему все время попадаешься? Я плохой воришка, на самом что деле. Это вы опытные, видимо. Мы уже играли в эту игру. Матерые ворюги, да? Да. Фраерки там такие. А я что-то вообще зеленый еще. Щипач. Ладно. Так, я тебя жду. Мы пойдем вместе. А вот я вас вижу. Вместе мы сила и команда, да. Да, что-то вообще я реально не могу грабить. Все-таки... Грабеж это пошли, не может, мое. В столовую, тебе подкрепиться надо. Да, скорее всего. Что-нибудь перекусить? Согласен. Нету энергии у меня просто, наверное. А может быть. Ведь котам нужно периодически кушать, да? Вкусненько. Да, конечно. Да. У меня глюкозы в мозгу не хватает, поэтому меня все ловят. Торможу. Все, отлично. Так, хватай, а я дальше пойду там подберу. Так. Ой, я все это хочу скушать. Адишка, ты что, голодная, что ли? Кто не накормил ребенка? Да вроде кормили. Хорошо. Так, ладно. Все это вкусно так. Я вроде как наелся. Это все так вкусно. Наелся, я за тобой. Куда дальше? Вот это мобильничка, конечно. Позвоните по телефону. 121-00. Это и куда это Ариша звонок? Я не знаю. Ариша не знает, просто так. Так, карандаши пригодятся. Может, что захочу порисовать? Или 101. Отлично. Так, что? Что такое? Что, у меня красная надпись, не знаю, что такое. У тебя нету? А, это значит, кто-то перед тобой уже этот предмет взял. А, первый понятно. Начал. Меня ограбили, когда я грабил, понятно. О, здесь какая-то бутылочка. Пепси? Ага, ты ее уже забрал. Ай, так. Часы! Все нормально. О, как раз ты... Только в ту сторону я рекомендую не идти. Покушал. Давай выходим.
Хорошо, что ты покушал. Да, так, осторожнее. Просто... Если что, здесь можно на шкаф как-то залезть вроде бы. Ну, а да. Нет, нельзя. Надо на голову котенку лайку встать. Хитро, а меня поймают тогда. Так, здесь что есть? Что тут можно взять? Шоколадку, а я пепси возьму. Аккуратно, он идет за вами. Давай, пепси. Не-не, я пепси беру. Пепси. Нам нужно пепси, отлично. Чтобы пить. Веди дальше, куда, куда дальше? А, ну пойдемте сюда. Опасно. Шоколадку. А это что? Магнитофон. Тебе нужен магнитофон? Телефон. Да, это, кстати, магнитофон. Полезная кассетка. Полезная, да. Я шоколадку забрал. Ням-ням. Она, по-моему, отпугивает Балди. Это музыка на этой кассете, насколько я помню. Да? Куда дальше? А, Балди, нет! Я живой. Вы живы? А я нет. Наконец-то. Я в тюрьме, ребята. Надо было нам еще покушать. Опять в столовку надо было нам. Пойдем опять в столовку покушать. Я сейчас пойду котенка лайка найду. Так, все. Балди. Я должен отнести эти вещи награбленные. Давай, сдай, сколько тебе дадут денег? Так, и быстрее. Мне дали 1200 всего лишь, это маловато. Ну, 1200 тоже хорошая сумма. Но я думаю, да, мы все равно сегодня много награбили. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился видосик. Подписывайтесь на мой канал, на канал Папы и Дочки. У них, кстати, первая часть наших пряток и наших воровских приключений. Всем удачки, друзья, пока. Котенок Лайк, было классно с тобой играть. Аришка очень долго ждала, когда же поиграть с котенком Лайком. Пока! Пока!